Славянские депутаты не только принимают законодательные акты, проводят встречи с жителями и решают их проблемы, но и активно участвуют в благоустройстве Славянска на Кубани. Весна – время наведения порядка. С 1 марта во всем Краснодарском крае, в том числе и в Славянске на Кубани, стартовал всекубанский двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Вооружившись лопатами, вениками, ведрами и хорошим настроением, депутаты районного совета, отложив свои дела, вышли на улицы города с желанием привести в порядок парки, скверы в преддверии пасхальных и майских праздников. Нам, депутатам, посчастливилось, нам выделили центральный наш парк, северный, куда приходят все жители нашего района. И мы сегодня, все депутаты, вышли и трудимся, наводим здесь должный порядок. Весь депутатский корпус принял активное участие в наведении санитарного порядка. В северном парке они покрасили лавочки, побелили деревья, убрали сухую листву. Мы считаем это нужным и необходимым. Как депутаты районного совета мы принимаем участие для того, чтобы наш город был красивым, чистым. И мы сегодня оставили все свои дела, как бы работу, переоделись. И вот красим лавочки, соберем листья, согребем, наведем порядок. Чтобы наш город встретил наступающие праздники чистым и ухоженным, нужно убрать улицы от мусора, побелить деревья и бордюры, посадить на клумбах цветы. Это не так уж и сложно, и главное, это в наших с вами силах. Каждый может внести свой вклад и сделать Славянский район еще красивее. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».